обычный день в Понивиль. Настолько обычный, что Дискард немного заскучал. Он знал, что это будет уже слишком, но все равно решил проникнуть в библиотеку Твайлайт и проверить кое-какие книги. Их было так много. С чего начать? Вскоре его внимание привлек большой том в кожаном переплете. Он был толстым, красивым и непреодолимо звал его. Здорово, народ! Ты можешь приближать и отдалять экран, сдвигая и раздвигая его пальцами. Окей, окей. Сегодня мы играем в игрушку My Little Pony. Seriously? Да, мы в нее играем. Ладно, погнали. Вихрь не смог устоять перед магией дружбы. Сейчас будет магия дружбы и все, и писец. Выбери пони. Пинки Пай, конечно же. Twilight Sparkle. Скажи прощай надоедливым препятствием с волшебным Пай. Взрывом Twilight. Twilight Sparkle. Fluttershy. В том, чтобы быть Пегасом, есть свои преимущества. Блин. Fluttershy может взлететь высоко Пинки Пай. В небо. Fluttershy. Ладно, поехали. Вперед, Fluttershy. Вперед, так вперед. Сила дружбы. Давай. Хрищ. Выше. И далеко. Давай куда-нибудь уже, ёпть. Блин, ладно. Надо было запрыгнуть на ту верхнюю штучку. Вот такой вот необычный платформер, мне нравится. Ух ты! Ух ты! Серьезно! Сила дружбы! Ура! В небо, Пегас! Серьезно, в небо прям? В небо. Вот так. Ух. Окей. Ба-бам. Ух ты. Все, мы почти прошли, да, раунд? Да, практически. Ура! Взрыв цвета на подходе. Давай. Прям так вжух и все. Мы только начали, а Понивиль уже стал краше. Ну, погнали, ладненько. Выбери пони. Так, а что надо сделать, чтобы ее открыть? Праздник с Пинки Пай. Ее прыжки и двойные прыжки станут выше, чем прежде. Да, ладно, придется поиграть. В том, чтобы быть Пегасом, есть свои преимущества. Fluttershy может взлететь высоко в небо. Да, мне пофигу, куда она может взлететь. Давайте посмотрим, что это умеет. Абракадабра, взрыв! О, лучше, конечно, штуки, которые уничтожают всякую нечисть. Гораздо даже прикольнее, чем вот эти полеты с Fluttershy. Че, как я там? Ух-ух-ух. Ух ты! Давай, беги, мой конь. Беги, мой конь. Мы почти заполнили краской все. Мне бы сейчас эту штучку, которая уничтожает всякую нечисть. Ну, ладно. Та-да! Ура! Сила магии! Сила магии! Вперед, опасно. Пони! Блин, надо посмотреть, как открыть вон тех персонажей. По идее, как-то можно открыть. Я ж не просто так собирал вот эту вот чешуйню. Отлично. Почти прошли. Взрыв цвета на подходе. Та-дах! Мы прошли еще один раунд. Супер. Нам
Окей. Давайте используем магию дружбы. Ты можешь улучшить радужные способности с помощью вау, вау, силы вау. Пони, собранной в ходе забегов. Каждый новый уровень делает пони еще более потрясающей. Тоже просто прикольно. Выбери способность, которую хочешь улучшить. И бум! Легко, правда? Да ну вот нелегко, неправда. Ладненько, давайте-ка улучшим. Скажи прощай надоедливым препятствиям с вами. Пони повысила уровень. Окей. Пони второго уровня. Гениально. Похоже, что на другой части Понивиль есть вихрь. Ты можешь переместиться туда, нажав на значок с краю экрана. Что могу сделать, а? Ладно, давайте еще один раунд. Заценим. Выбери пони. Возьму Twilight Sparkle. Погнали. Скажи прощай надоедливым препятствием с волшебным взрывом Twilight. Twilight, my light. Абракадабра, взрыв! Ох, красота! И все, как-то закончилось быстро. В принципе, ничего сложного, пока раунды легкие и достаточно быстро проходятся. Так, ну давай беги, моя поня. Отличненько, почти прошли. Ух ты! Ух ты! My little pony. Ура! Сила магии! Вау, вау, вау! Ваша сила магии, все. Держитесь, враги. Ух ты! Мы сейчас тут всех уничтожим. Ура! Так, ну и все, да? 1-0 в пользу магии дружбы. Вау, ничего себе. Вот это магия дружбы. Давайте посмотрим, сколько у меня тут вообще осталось всего проходить-то. Пора улучшать пони. Здесь, по сути, надо просто дойти до конца по все стороны. Ну, вот такая вот игрушка. Друзья, надеюсь, что игра вам понравилась. Не забываем подписываться, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока!